Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. Сегодня представляю вашему вниманию стиральную машину LG F2J6 HSDS F2J6 HSFW. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Буду рад вашей поддержке, поэтому пишите комментарии и ставьте лайки. Стиральная машина с фронтальной загрузкой обладает встроенным дисплеем и сенсорными элементами управления, при помощи которых вы сможете максимально точно и быстро установить необходимые параметры. Элегантная дверь из закаленного стекла устойчива к царапинам, сколам и высоким температурам. Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали, обладающей антибактериальными свойствами. Большой люк с темной окантовкой и прозрачным стеклом идеально сочетается с корпусом стиральной машины. Вверху с левой части лоток для порошка и кондиционера. На вид стиральная машина не габаритная, и ее размеры позволяют без проблем разместить в небольшое помещение. Снизу расположен лючок. В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья. Новая технология STEAM специально разработана для трех циклов одежды малыша, гипоаллергенный, хлопок плюс пар с заботой о нежной и чувствительной коже. Функция мобильной диагностики Smart Diagnosis позволяет сократить время и сэкономить деньги в случае возникновения неполадок. Вы можете передать данные для определения проблемы в центр технической поддержки посредством телефона. Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора. Благодаря различным программам вам не составит труда очистить вещи из хлопка, деликатных и смешанных тканей. В модели установлен двигатель, который препятствует появлению посторонних шумов в процессе ее работы. Встроенная блокировка не позволит маленьким детям внести коррективы в выбранные вами параметры. Шумовые показатели стиральной машины во время отжима находятся в районе 74 дБ, а во время стирки стиральная машина работает на 53 дБ. Всем спасибо, рад, что досмотрели до конца. Для покупки этой модели по выгодной цене следуйте по ссылкам в описании. А чтобы не пропустить новый обзор, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Надеюсь на вашу поддержку, поэтому делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».